У нас, ну, в жизни у всех бывает такое, то, что вот определенное время, да, вот, например, я сейчас буду рассказывать об определенном времени, бывает такое, то, что что-то уходит, и этого уже ты никак не вернешь. То есть ты понимаешь, как бы, да, что все это прошло, и мало того, то, что это нельзя вообще вернуть, но хоть какую-то часть от этого, может быть, это вернуть не полностью, но какую-то часть от этого, хоть если хоть какую-то часть от этого повторить и вернуть, то уже тебе будет лучше, но ты даже часть не можешь вернуть.